я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версии. Вечера памяти Владимира Высоцкого «Своя колея» его младший сын Никита проводит с 1997 года. И вот уже несколько лет по инициативе Никиты Владимировича проходят концерты, посвященные его отцу в других российских городах. В Ульяновске программу о Высоцком представили во второй раз. Все-таки основной вклад в это во все внес он сам, тем, что он сделал, тем, как он жил. Это дело семьи нашей, этому служила и моя мама, пока ей позволяло здоровье, и мать отца моего, Нина Максимовна. Очень многие друзья отцовские. Это много людей делают так, чтобы Высоцкий не уходил, чтобы он оставался. Это люди, которые, в общем, сказали, чтобы я свои дела, ну не то что забыл, но как бы отставил, чтобы я занимался и музеем отцовским, и творческим наследием его, и не знаю, чистотой его имени. Просто я, может быть, заметнее, да, других. Я как бы, ну, как бы в каком-то смысле я так себя называл иногда там в шутку «флаг», да, вот этого очень большого, многотысячного, огромного движения. У меня такое ощущение, что я свои песни пою. Вы знаете, я не пою песни Владимира Семеновича, я не разделяю себя. Вообще такими раздвоениями на сцене, как, конечно, Высоцкого заниматься нельзя. Вот чем больше ты что-то придумываешь себе, тем больше опасность остаться на сцене одному, без Высоцкого. Высоцкий актер, и мы актеры, знаете, мы перевоплощаемся. Вот, наверное, я перевоплощаюсь в эту секунду в какого-то исполнителя, в какой-то образ, наверное, в котором и был Владимир Семенович. Это актерское пение. Ты в эту секунду. Для нас Высоцкий – это такая святая территория. Сегодня мы втащили в нашу программу мой коллектив музыкальный. И они, конечно, все кряхтели, потому что все привыкли играть свою музыку или известные какие-то модные песни. Вот. Но я их приобщаю к Высоцкому и считаю, это мой воспитательный момент. А Никита Высоцкий в нашем городе впервые развеял легенду о том, что в Ульяновске похоронен родной дядя Владимира Семеновича Высоцкого. Это не легенда, это правда. Действительно, старший брат мамы отцовской, то есть дядя по матери отца моего, Сергей Максимович Серегин, он был репрессирован в 1937 году, он был летчиком. Он получил очень серьезную статью, но приближалась война, и ему с поражением прав его освободили. И, если не ошибаюсь, с 40-го где-то года он жил в Ульяновске и работал испытателем на авиационном заводе. Очень хотела моя бабушка, его сестра, мама отца моего, хотела найти могилу. Вроде бы нашли. И даже, что есть люди, которые привели в порядок захоронение. Я, конечно, очень хочу и прийти на эту могилу, прийти поклониться от семьи нашей. Это очень важно. А ты любишь моего? Поешь сразу на диван. Ну что, не кричишь, когда не пьян. Ты что, Иван? Ярослав Щедров и Сергей Карачев. Специально для новости «Управда ТВ».